Анонс и точка выхода 4-й серии нового сериала «Однажды в Абхазии». 4-я серия сериала выйдет в эфир 27 октября. Ранее в сериале мы увидели, как вскоре после несостоявшегося мятежа о Теймуразе Тразбе вновь говорит вся республика. На пороге дома спасателя раздается взрыв. Пока Теймураз пытается вычислить неизвестного недоброжелателя, жители Сухуми строят свои предположения разной степени фантастичности, а заказчики покушения. Становится известно, гранату бросил кто-то из близких пожарного. И только наркозависимый Шурин Хасик точно знает, что произошло на самом деле. 4-я серия сериала выйдет в эфир 27 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.